Цилиндр описан около шара. Найдите объем шара, если известно, что объем цилиндра равен 60. Для начала сделаем рисунок. Запишем данные. Обозначим точки пересечения О1, О и О2. По условию сказано, что объем цилиндра равен 60. Найти объем шара. Введем переменную. Пусть R большое – это радиус шара. Напишем формулу объема цилиндра. Объем цилиндра равен произведению площади основания на высоту цилиндра, на h. Также напишем объем шара. Объем шара равен 4/3 пи r в кубе. Эти формулы нужно знать. Площадь окружности равняется пи r квадрат. Эту формулу также нужно знать. Найдем площадь основания. S основания – это площадь окружности. Пи r квадрат. Высота цилиндра – это два радиуса вписанного шара, то есть 2r большое. Тогда объем цилиндра равен площадь основания – это пи r квадрат умножить на высоту цилиндра – это 2r. Воспользуемся условием. Мы знаем, что объем цилиндра – это 60. Получается, 60 равняется 2пи r куб. Выразим отсюда пи r куб. Тогда пи r в кубе равняется 60 разделить на 2, или пи r куб равняется 30. Напишем объем шара. Объем шара равняется 4/3 пи r в кубе. Подставим сюда ранее полученное пи r в кубе, и у нас получается, что объем шара равняется 4/3 умножить на 30. Посчитав, получаем 40. Запишем ответ. Объем шара равен 40. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.